Мабуика! А, Макс и Плэй Пайман из Ситлали. И вы как раз вовремя, я нашла капитана. Правда? Это здорово! Мы тут заглянули в воспоминания Арароны и обнаружили нечто грандиозное. С разрешения его бабушки, конечно, или нет на самом деле. Да успокойся, Пайман, я все расскажу. Дело вот в чем. Итак, капитан искал механизм источника, чтобы восстановить артерии Земли. Если его план приведет в действие, значит, он точно знает, как достичь цели, нужно остановить его. Разве восстановление артерии Земли это плохо? Да, это необычное восстановление. Придется пожертвовать почти всем, что заключено в существующих артериях Земли. Это сродни цене использования сердца Бога. Если он приведет механизм действия, все будет кончено. Нужно срочно мобилизовать силы. Но какими силами мы располагаем? Кинич, Шилонен, и вы, и я. Все остальные воины работают над тем, чтобы оттеснить бездну на фронтах. Но этого мало, не говоря уже о том, что ты потеряла свою силу, а на их стороне капитан. Может, и в самом деле стоит попросить Ситлали переломать ноги Арарону? Боюсь, это не поможет решить вопрос с капитаном. В общем, повелителям ночного ветра срочно нужны людские ресурсы. Ситлали, я надеюсь, ты сможешь вернуться и помочь защитить племя. Хорошо, я понимаю, где я нужнее всего. Отправлюсь прямо сейчас. Да не волнуйся за внука, мы обязательно что-нибудь придумаем. Тогда я оставлю его вам. Ладно, вернемся к текущему вопросу. Я не думаю, что наша цель — победить капитана. Позвольте позвать Шилонена и Кинича, после чего я расскажу вам свою идею. Как вы все знаете, Арарон сотрудничает с капитаном, и мы должны помешать их плану. Капитан — грозный противник, но это не должно нас смущать. В этом деле лобовое столкновение — не лучший способ решить проблему. Их клан полностью зависит от одного элемента механизма — источника. Если мы объединим наши силы, то сможем уничтожить его, тогда победа будет за нами. Мы отправимся вместе. Если столкновение станет неизбежным, я задержу капитана, а вы пойдете дальше. Нет, ты наш лидер, и ты потеряла свою силу. Не тебе противостоять капитану. Я согласна с Киничем, мы вдвоем справимся. Сначала выслушайте мой план. Кинич, я хочу, чтобы вы с Ахавом начали атаку с фронта и прорвали оборону Фатуи. Капитана не будет на передовой. Как опытный воин, он будет находиться в непосредственной близости от устройства, чтобы обеспечить его защиту. Значит, нам нужно выманить его вперед. Нет, цель лобовой атаки — собрать силы Фатуи в одном месте. Так остальным будет легче их обойти. Шилонен, мне нужно, чтобы ты сделала то, что твое имя им умеет делать лучше всего. Прорыла туннель от окраин руин. Как только мы доберемся к устройству, нам останется лишь уничтожить его. Значит, Шилонен — главный элемент битвы. Именно так, Макси Плей и я присоединимся к ней. Никто не сможет отвлечь внимание лучше тебя, Кинич, даже я. Объединив наши силы, мы сможем прорвать оборону капитана. Я этим займусь. Хорошо, тогда нам пора выдвигаться. Пообещай, что не сделаешь ничего безрассудного, что встретишься с капитаном лицом к лицу, только если у тебя не будет другого выбора. Ты значишь для нас буквально все. Потерять тебя — худший из возможных исходов. Я сделаю все возможное, чтобы не допустить такого развития событий. Спасибо вам всем. Обещаю, что буду действовать осторожно. Радуга обречена сгореть. Так-с. Отправляйтесь. Ну, давайте посмотрим, куда нам отправиться надо. Ух ты, там даже телепорт есть. Только он у меня, конечно же, не активирован. Да вы серьезно, что ли? Ну ладно, давайте выбираться тогда, добираться отсюда. Ух ты. Потери кадров, ребят. Не долечу, смотрите, а? А погодите, а как можно было... А, залезть туда и оттуда слететь. Ну да, это тоже возможно.
Так, тут ребята, кстати, какие-то злые. Давайте оставим их в покое. Погодите, а что за сундук-то у них? Сейчас, погоди, секунду. Не, ну это стоит того. Так. А, подождите, какая кнопка отвечала за это существо? Я не помню. Ведь как удобно было. Не, так не годится. Я не хочу это делать. Я уже разучился играть в Геншин. Ладно. Сделаем иначе. Ну вот, тут как-то так можно было это сделать. А, я уж не помню. Ладно, давайте вот так полетим. Тоже вариант неплохой. ТП не активировал. Так, это Томми самое место, их тоннель должен быть за этим скопищем стражников Фатуи. Ну да, там что-то есть. Любая из близлежащих гор может стать хорошей точкой вторжения, но если мы хотим остаться незамеченными, следует подойти со стороны. Я всегда удивляюсь, как оно здесь оказалось. Будем действовать по плану. Мы с Ахабом нападем спереди. По периметру расположилось всего несколько Фатуи. Нужно разобраться с ними тихо, чтобы они никого не предупредили. Так, ну, я думаю, они и так никого не предупредят. О-о-о, погоди, ты что, серьезно? Вы видали? Сейчас, секунду, пока не забыл. Кого он превратился? Вы что? Это несправедливо. А если я к ним подлечу, что будет? Не подходите слишком близко, Кинич там разбирается. Я понял намек, ребят, понял. Ну это динозавр, это просто невероятно. Слушайте. Так, я тебя понял. Теперь все хорошо. Что скажешь, Шиланен? Это место подойдет? Выглядит неплохо, а мы все сделаем. Дети эхо быстро роют тоннель, стараясь сделать это как можно тише. Я уже вижу, что внутри. Отлично, дальше мы сами. Вам следует вернуться, здесь скоро станет опасно. Хорошо, берегите себя. Таинственным источником. Ладно, давайте, это будет интересное чувство. Ну, здесь, по крайней мере, не сплошные диалоги. Так, пройдите вглубь руин таинственного источника. Фатуи не станут собирать свои силы в одном месте. А, там наверняка есть стражи, будьте начеку. Но, Мавуика, как ты разбила те камни? Потрясающе просто. Должно быть, это один из тоннелей Фатуи. Давайте обойдем их и прокрадемся сбоку. Катрин.
Мне это заклинание повелителей ночного ветра. Это дело рук Арарона. Возможно, они пытаются выиграть время. Эти колеса. Древние реликвии. Попробуем восстановить их. Эти механизмы должны управлять этим колесом. Давайте попробуем. Стоп. Да я ничего не понял. А где останавливаться-то? Вот здесь сейчас. Да? Ну да. Да, да. И такие механизмы должны еще где-то быть. Так, эта штука как она... А, понял, принял. Извините, мы друг друга не поняли, скорее всего. Ой, слушайте, а этот тип довольно серьезный. А как так-то? Он не подвластен воде. И ветрова. Хотя нет, смотрите, немножко бьется. Так, ребят, так. Если б я знал бы, в каком месте это все остановить бы. А, это сверху останавливается, смотрите. Сейчас. А, он даже показывает, как надо делать. Да ну тебя. Да ладно, не смейтесь. Вот эти три штуки, они внизу должны быть. Давайте сейчас сделаем, смотрите. Нет, чуть-чуть еще. Стой. Так я же сделал все. Я на стоп хотел нажать, на стоп. Я на стоп хотел, не подсказку. Ну какая подсказка? Я сам могу разгадать. Алло. Ой, там и так все ясно. Есть. Просто на изи. Да. Да, я что-то сначала понял, подумал, что может быть не так что-то. Так, стоп. Годите. Так все было же правильно. О, нет. Это все было неправильно. Погодите, нет, не так не должно было быть. Ну а где теперь эта еще часть, которая крутится в центре? Ой, а там что такое? А, понял. Короче. Эта штука что у нас меняет? Нет, этот... А, ну центральная вообще не двигается. Все, я понял. Так, ладно, я... Так, сейчас придумаем что-нибудь. Что-нибудь придумаем. Вот так вот должно быть. Опа. А, там дракон нарисованный. Ладно, стой, я чуть не то делаю. Короче, там нарисованный дракон. Внизу должны, значит, быть это... Так, голова у него здесь. А, ну вот эта штука должна быть здесь. А, сейчас. Я хочу сам разгадать эту штуку. Вот это не... А, стоп, короче, я знаю. Начнем с другого, подождите. Это действительно очень интересно. Так. Подсказку смотрим. Вот здесь вот должен быть, типа, его грива, волосы, как это называется. А где у него? Ну, это вот это, да, типа? Стой. Ну, как это? Вот это какие-то три штуки торчат. Где три штуки торчат? Вот эти, что ли? Ну, да, по-моему. Что? Ой, да что получается-то? Да нет там этого дракона, алло! Ха, сейчас.
Так, терпи. Просто терпение надо на самом деле, там все будет хорошо. Так, 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 сейчас. Сейчас. Что-то прям не мой день сегодня, я чувствую. Давайте смотрим. Ну, дракон, ну и понятно, ну... Где у него и что? Ну, центральная не крутится, значит, все должно быть вот так вот. И стоп я должен был нажать. Почему подсказка находится именно в самом верхнем... верхней части? Ладно, короче, центр, ребят, центр, это основа. Все, мы ее, короче, вот так вот сделаем. Все, наконец-то, наконец-то. А не надо было это делать. Еще, ну не можешь карабкаться даже? Нет! Это что-то, что это бы? Конец. Я не знаю, это серьезно? Сегодня не мой день, что ли? Ай... Ой, ладно, не спешим, короче. Нельзя спешить. Здесь спешить нельзя. Так, все. Эта штука должна быть тоже снизу. Вот, смотрите, опа. Ну, все, дракон, нормальный дракон. Надо было просто, на самом деле, остановиться, подумать. А я всегда сделаю все иначе. Сначала делаю, потом думаю. Не, вот, стоп, 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 стоп. Не, понял, понял. Спокойно. Нет. А, хотя... Во-во, вот сейчас вот эта штука должна быть. Ладно, попытка номер... Еще какая-нибудь, какая, я уже не, даже не помню. Да, 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 все нормально. С этим драконом. Ох, ладно. Не, ну прикольно, мне понравилось. Ух ты, вот и они. Поймали. Это... Они здесь. Капитан тоже здесь, отлично. Похоже, они сосредоточили оборону вон там. Как и ожидалось, вы пришли. Я думал, пират, он выберет лобовую атаку. Но это не имеет значения, мы быстрее. Остановитесь. Да слишком поздно уже. Нужно отключить. Время еще есть. Я не позволю. Крик отчаяния? Что это был за звук? Пронзительный крик. Это наш шанс выключить устройство. Еще чуть-чуть. Нужно подойти сбоку и отвлечь капитана. О нет, почему он вдруг? Он стал намного быстрее. Неужели Арарон всегда был так хорош в бою? Шиланен. Все закончится здесь и сейчас. Что-то не так. Капитан помог Шиланен, но почему? Ты не Рарон, кто ты? Что? Командир. Ты? Я рад, что вы меня помните, командир. Хотя, полагаю, сейчас у вас есть более насущие проблемы. Сейчас? Получилось. Видите, стоило лишь на мгновение потешить свое чувство собственного достоинства, и вот вы упустили шанс, вы ничуть не изменились. Его голос изменился, неужели кто-то вселился в тело Арарона? Перестаньте беспокоиться о спасении других людей, об их потерях и жертвах. Вам нужна только победа. Должно быть, поэтому я вернулся ради этого момента. Прошу, доведите дело до конца, командир. Не ожидал увидеть себя здесь, но вынужден не согласиться. Бросать своих товарищей недостойно, воина. Почему ты беспокоишься об обреченном человеке? Я знаю, ты и сам все видишь, он близок к смерти. Ведь его душа с самого начала была неполноценной.
тут могут еще удивить нас, я смотрю. Кто-то сказал, что я близок к смерти. Это из-за того шума? Пронзительный крик, донесшийся из-под земли, когда я активировал устройство. Что там внизу? Артерии земли Натлана наверняка скрывают какой-то секрет. Я умираю? Нет, еще слишком рано. Рарон, это ты? Что, ты хочешь сегодня поесть? Не расстраивайся, ты все еще об этом думаешь. Зря мы тебе рассказали. Я слышал, что все хотят видеть меня спасителем. Спасителем? Звучит неплохо, не правда ли? Но существует ли такой человек на самом деле? Даже если существует, зачем тебе становиться им? Нахарарон, это ты. Присаживайся. Бабушка нарежет тебе фруктов. Мы только что получили свежую партию. Хочешь еще что-нибудь съесть? Может быть, мясной рулет на гриле? Проси, что хочешь. У нас много продуктов. Как насчет тех грибов со специями, которые ты готовила в прошлый раз, бабушка Куими? Понравилось, да. Меня научил этому рецепту на один чужеземец, точнее торговец. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы самому заняться торговлей? Мой мальчик, ты мог бы путешествовать по всему миру. Наш Рарон торговец, он слишком честный. По крайней мере, такой честный торговец, как он, не станет обманывать стариков вроде нас. Все говорят, что настоящего спасителя не существует, но почему тогда мое рождение открыло дверь для этой возможности? Зачем давать людям ложную надежду? Может быть, мне и не нужно жертвовать собой, но каждый человек рождается для какой-то цели. Учитывая, что я пришел в этот мир и все еще нахожусь в нем, что я могу предложить? Если бы у меня все получилось тогда, а мир стал бы лучше? В чем смысл моего существования? Рарон, что застыл-то? Ты сделал домашнее задание? Да, бабушка, но неужели изучение всего этого сделает меня таким же сильным, как ты? Конечно нет, я особый случай. Другие шаманы учатся всю жизнь и не обретают и доли моих способностей. Почему? Потому что ты гений, да? Можно и так сказать, а может, я просто живу дольше, чем все остальные, и знаю, насколько несколько трюков, которыми они не хотят прибегать. Невежливо говорить о возрасте женщины, никогда больше не делай этого, независимо от обстоятельств. Ох, не я первый заговорил об этом. В общем, завтра занятия отменяются, иди развлекайся. А как же домашнее задание? Делай, что хочешь. Ну что толку в том, чтобы быть таким же сильным, как я? Ты видел, как племя относится ко мне? Они меня боятся. Я занимаюсь своими делами, а они трясутся от страха. Как по мне, не самый приятный способ прожить свою жизнь. Послушай меня, самые счастливые люди — это те, кто поступает по-своему. Так что делай, что хочешь, Арарон, и не важно, что скажут другие. Бабушка не сказала этого прямо, но я думаю, что она пыталась меня утешить. Не заставляй себя, не кори себя за прошлое, она всегда так говорит. Но я никогда не заставлял себя, у меня даже не было возможности попробовать, все было кончено задолго до этого. Эй, ты опять тут бездельничаешь, редис можно переувлажнить, знаешь ли? Я смотрел на тлю. Ну и как? Я заметил их на земле. Может быть, вчера было слишком холодно, и они не пережили этого. Обидно, полагаю, значит, в этом году будет меньше меда. Ифа, весело быть ветеринаром. Весело? Я в этом не уверен. Как думаешь, сажать овощи — это весело? Довольно весело. Мне все равно больше нечем заняться. Точно, большинство людей так и живут, без какого-либо особого предназначения или призвания. Так устроен мир. А, нет, этот смутьян опять за свое. Нарарон, иди сюда и помоги мне, ладно? Да мне показалось, ты только что назвал свою работу неинтересной. Ну что ж, пожалуй, есть одна интересная часть. Пытаться перехитрить этих негодяев. Давай, помоги мне. Может быть, Ифа был слишком добр, чтобы сказать мне правду? Что попытка сделать что-то, что выше твоих возможностей, убьет ведь тебя? Моя душа нестабильна. Я выжил только благодаря людям, которые мне помогали. Часть меня всегда отсутствовала. Вот почему тот другой дух сказал, что я близок к смерти. Но... Зачем бороться? Это чудо, что ты вообще родился. Просто закрой глаза и дожди смерти.
Это был ты. То, что возникло из ниоткуда. Кто? Я воин. Я гораздо сильнее такого слабака, как ты. Я не слаб, но у моих возможностей есть предел. И именно поэтому твои фантазии так нелепы. Ты действительно думаешь, что такой бесполезный человек, как ты, может спасти мир? Бесполезный? Спаситель? Звучит неплохо, не правда ли? Но существует ли такой человек на самом деле? Даже если существует, зачем тебе становиться им? Точно, большинство людей так и живут без какого-либо особого предназначения или признания. Так устроен мир. Послушай меня, самые счастливые люди — это те, кто поступает по-своему. Так что делай, что хочешь. Арарон, ей не важно, что скажут другие. Но я не хочу, чтобы все закончилось на этом. Нарарон, все в порядке, дальше мы сами разберемся. Каждый раз, когда они шли в бой, я оставался позади. Да не волнуйся, с нами Архонт, у бездны нет ни единого шанса. Все лучшие воины сражаются на передовой, и я тоже хочу внести свой вклад. Мы оба должны исчезнуть на твой конец. А наступит раньше, чем мой, потому что ты был сломлен с самого начала. Как только твоя душа разлетится на кусочки и развеется по ветру, я возьму временный контроль над этим телом. Я буду служить своему командиру до конца. Нет, 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 это неправильно, моя жизнь не может так закончиться, я так и не сделал ничего важного в своей жизни. Я не умру первым, я не сдамся, я не могу умереть здесь, нет, я не умру здесь. Этот голос. Контролируй свой разум, почувствуй землю под ногами, это не конец. Я? О, он открыл глаза, он жив. Молодец, тебе удалось сделать невозможное. Что это значит? Молчи, сосредоточься на себе. Не могу поверить, что капитан сделал это. Может, он считает Арарон своим товарищем. Все это время он контролировал потерявшего рассудок. Это единственная причина, по которой у меня была возможность выключить устройство. Мне уже лучше, все в порядке. Душевные раны — сложная штука. Боль почти поглотила тебя на мгновение, но ты сумел удержаться, это нелегко. Худшее, похоже, позади. Простите, что доставил столько хлопот. А поговорим об этом позже. Наш план, он провалился, не так ли? Мне жаль, мы бы так были близки к успеху. Ты спас мне жизнь, и теперь долг погашен. Нарарон, я даже подумать не могла, что ты хотел принести себя в жертву на твоей церемонии. А еще ты никогда не сдавался. Ты понял, чего хочешь на самом деле? Мне нужен ответ, причина. Почему я существую, и почему все всегда так много делали для меня? Никто не рождался героем, и никто, никому нельзя относиться как к герою с самого рождения. Тогда у меня был шанс сделать что-то важное, но я не справился. Все, чего я хочу, это найти еще несколько способов наверстать упущенное. Ответ, который ты ищешь, находится прямо перед тобой. Ты наследник моего имени, герой из племени Повелителя Ночного Ветра, который будет сражаться в этом поколении. Поразительно, ты не тот, кем себя считали другие, в то же время ты не тот, за кого себя принимал. На то, чтобы узнать, кто мы есть на самом деле, может уйти целая жизнь. Как и ты, я никогда не считал, что у меня есть все, что нужно, чтобы стать героем. Я был ли слишком хитрым, слишком самовлюбленным, но в конце концов я отдал жизнь за эту страну. Запомни свое имя. Даже если остальные увидят в нем другое значение, оно по-прежнему будет символизировать твое благородство и тоску. Мое древнее имя Бидей?
Оно означает преданность. Ты отдаешь все свои силы не ради героической смерти, а ради того, чтобы поступить по справедливости в соответствии с ответом, который ты нашел в своей жизни. Ради него ты отдашь все свои силы и родишься заново. Преданностью ты докажешь свою ценность. И сказав свою смерть, всеведущий человек устраивает пир в честь этого события. Давайте поднимем кубки в честь его героизма и проводим его в последний путь. Ведь его желание наконец исполнилось. Рада снова тебя видеть, Сан-Хадж. Благодаря твоему признанию у нас появился пятый герой этой эпохи. Не рада, что твой план продвинулся еще на один шаг. Похоже, мой крик не нанес необратимого ущерба. Что это было? Как я и думала, владыка ночи пробудилась. Владыка ночи, та, что правит царством ночи. Я управляю царством души, поскольку у меня осталось мало сил. Сон — единственный способ продлить свое существование. После того, как вы активировали устройство, я проснулась и не смогла сдержать крика. Этот звук взбудоражил души. Большинство из вас не пострадали, потому что ваши души целы. Но воздействие на поврежденную душу вашего друга было особенно сильным, и в результате его душа едва не разлетелась на куски. И все же его душа осталась целой. Ему удалось справиться благодаря силе воли. Поистине впечатляющий подвиг для человека. Так вот, чем было вызвано его странное поведение? Нет, была затронута еще одна душа. Она попыталась укрыться в недостающей части души вашего друга, но в итоге была изгнана. Однако эта душа родом не из Натлана или Царства Ночи, ее происхождение остается для меня загадкой. Активация механизма источника должна была восстановить артерии Земли. Почему вместо этого он пробудил тебя? Потому что именно я построил артерии Земли Натлана, также известные как Царство Ночи. Древняя битва между сошедшими и драконами разрушила этот уголок мира, позволив бездне вторгнуться в него. Наибольший урон понесли артерии Земли Натлана. Чтобы помочь жителям Натлана, Владыка Ночи использовала фрагмент старых артерий Земли, чтобы воссоздать аналогичную сеть. Так возникло Царство Ночи. Первый пиро-архонт Жбаланке укрепил это царство и установил правила, помогающие нам бороться с бездной, оду воскресения и паломничество, которое им существует и по сей день. Ах да, ты говорила, что все это исходит от силы небес. Древние драконы пытались использовать это устройство, чтобы укрепить артерии Земли, напитав их силой. В те времена этот метод был малоэффективен. Им не хватило навыков, чтобы ориентироваться в запутанной структуре артерии Земли. А теперь еще и структура артерии Земли полностью изменилась. Я единственный проводник энергии, который генерирует устройство. Это был невероятно грубый и болезненный метод, но мне удалось вобрать в себя часть этой силы. Теперь я могу говорить с вами и помогать вам. Например, снова восстановить артерии Земли ценой собственного существования. Ну зачем тебе идти на такие жертвы-то? Люди Натлана поклоняются мне и называют меня своей владыкой. В древности, до того, как мы исчезли, нас называли по-другому. Ангелами. Но искатели приключений вроде вас, вероятно, больше знакомы с нашей эволюционировавшей формой. Феями. Значит, феи — это ангелы? Неудивительно, что здесь есть феи. А еще феи помогали нам в Царстве Ночи. Лишь немногие ангелы остались на Тлане, как и феи. Все сплотились вокруг меня и предложили свою силу человечеству, чтобы восстановить артерии Земли. А и вот я стала свидетелем вашего решительного стремления выжить. И я стала вашей верой. Я счастлива. Мавуика, преемница воли Жбаланки, лидер Натлана. Несмотря на все препятствия и недоразумения, я пробудилась. А стараниями предвестника и юного героя я обрела силы. Только скажи, я вновь буду исполнять свой долг, как и тысячи лет назад. Достаточно лишь кивнуть. Приказываю ради своего народа и своей страны, ради предотвращения вторжения бездны. Я так не поступлю. После восстановления артерии Земли ты прекратишь свое существование.
Правила Анатлана заложены в Царстве Ночи. Если исчезнешь ты, исчезнут и они. Кроме того, вместе с тобой исчезнут все воспоминания и легенды, записанные в старых артериях Земли. Жители Анатлана столкнутся с потерей памяти, психическими расстройствами и когнитивными нарушениями. Это такая же неприемлемая цена, как использование сердца Бога. Выживание человечества дорого стоит, когда бездна выйдет из-под контроля, а останется лишь Земля, мертвецов и руин. А если бездна снова вторгнется в новые артерии Земли, что тогда? Как будут выживать будущие поколения? Земля без владыки ночи, без покровительства правил, изначально обречена. Слишком много предположений. Если ты не можешь обеспечить выживание в настоящем, ты не имеешь права думать о будущем. Что нужно сделать, чтобы ты поняла это? Сколько сотен или тысяч людей должны умереть? Все ведь не так плохо, да? Почему ты так пессимистично оцениваешь ситуацию? Почему? Потому что я выжил в Каэндре. Я своими глазами видел разрушение и ужас бездны. Каэндре? Именно так. Моя семья, мои товарищи, моя родина навсегда исчезли под натиском бездны. Это не проходящая боль, и никакого времени не... Никакое время не сможет ее заглушить, даже 500 лет. Ты испытала нечто подобное, Мавуика. Ты должна понимать, что я имею в виду. Да, ты прав. Боль, сожаление, катастрофа — все это преследует меня во снах по сей день. Если бы я мог вернуться назад, я бы отверг все ложные надежды. Я бы сделал все возможное, чтобы они выжили. У тебя есть такая возможность. Почему ты отказываешь ею воспользоваться? Потому что у нас есть правила. Точнее, нет правил. Нет права принимать такие решения. Мы любим этот мир, потому что в нем есть все, что нам дорого. Все, что здесь произошло, тронуло нас, изменило нас и превратило в тех, кем мы являемся сегодня. Отказаться от воспоминаний и истории значит переписать все заново. Люди этого мира стали бы и принципиально другими, а их физические тела были бы единственной связью с прежними личностями. Но даже в этом случае, при наличии достаточного количества времени, новая цивилизация неизбежно расцветет. Если ты веришь в человечество, ты должна верить в его способность создать новое будущее. Или история может повториться. Бездна вторгнется снова, и все будет напрасно. Можно я скажу? Когда-то на меня возлагали надежды. Многие люди, я тоже отчаянно пытался спасти нашу нацию. В плане капитана я увидел шанс обеспечить наше выживание. Но когда я был на пороге смерти, во мне вновь вспыхнуло желание жить и стремиться к цели. Мне очень повезло, что все люди в моей жизни заботились обо мне. Я не хочу забывать об этом. Мои чувства были настолько сильны, что пересилили желание пожертвовать собой ради их безопасности. Какой бы путь ни лежал перед нами, у нас есть цель. Если мы собьемся с пути сейчас, то потеряем смысл нашего существования. Да, именно так. Герои Анатлана отдали свои жизни, чтобы у нас был шанс противостоять бездне. Их жертвы — наше благословение. И их поступки, их дух не только необычно значимы, но и вполне могут стать нашим путем к победе. Я не готова сдаться, только не сейчас. Да, нам не хватает всего одного героя. Энергия устройства позволит мне оставаться в сознании некоторое время. Я буду наготове, если вы передумаете. Даже если вы потерпите неудачу, вам достаточно послать кого-нибудь ко мне, мое предложение в силе. Человечество поистине удивительно. Даже небесные божества считают вас особенными, и сейчас вы стоите передо мной, ослепительные, подобное солнцу. Должно быть, ты глубоко связан с этой землей, раз так решительно настроен спасти ее. Но что ты на самом деле пытаешься защитить, землю или людей? Пайман, кажется, он хочет услышать, что ты скажешь путешественницу, а ты... Хорошо. Полагаю, у нас еще есть время. Арарон унаследовал воспоминания своего предшественника, остался один герой. Твой план может привести к наилучшему результату. Тем временем, вам будут помогать все фатуи под моим командованием. Благодарю. Иметь на своей стороне такого могущественного предвестника — огромное преимущество. Я знаю, что наши взгляды на то, что значит защищать жизнь, никогда не совпадут полностью, но сейчас я готова сражаться рядом с тобой.
Ладно, надо сообщить остальным о плане. Они, наверное, все еще сражаются друг с другом. Точно, нужно немедленно все объяснить. У меня еще остались вопросы к Владыке Ночи. Ну, тогда мы задержимся здесь. Я поищу всех. Встретимся на стадионе. Так. А какие у меня вопросы-то? Ты пришла ко мне в поисках ответов на многие вопросы. И тебя следует вознаградить за твою храбрость. Спрашивай, ты получишь знания, которые ищешь. Да у меня, в принципе, о силе небес, о плетении судьбы, о силе элементов и бездны, о моем древнем имени. Да тут, в принципе, ну что, здесь мы навряд ли что-то узнаем интересного. Я думаю, вопросов особо-то нет. Будем дальше продолжать сюжетку. Покинуть. Так, погоди, а я не... Хитрецы не дают, смотрите. Вот это интересно. То есть я должен в любом случае... Или нет? А, или нет? Тут вот так оно работает. Уйти. Ну, понятно. Подождите, мы задание выполнили. Стоят такие. Я не понял. Совместное созерцание с закатом солнца. Но это уже в следующей серии, ребят. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Капитан говорит, что кто-то должен остаться и хранить механизм источника. Это очень важно. Мы останемся, конечно, для вас доступ будет свободен. А, так можно в любой момент зайти сюда опять? Нет, сюда нельзя зайти опять. А, ну я понял, это типа потому что сюжетка такая. Типа мы можем вернуться по сюжетке, а на самом деле в игре-то нет, это недоступная локация. Ну ладно, на этом все, ребят, увидимся.